Штаты Шеф-Парки впервые пройдет празднование Всемирного дня снега. Торжество проведут 24 января на восточной стороне острова. Там развернут десятки интерактивных площадок. Организаторы проведут зимний квест «Снежные забавы», катание на северных оленях, конкурс на самый дальний спуск с горы на санях, семейные эстафеты и многое другое. Напомню, Всероссийский день снега отмечается с зимы 2012 года в предпоследнее январское воскресенье по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Другое его название – Международный день зимних видов спорта. Цель праздника – повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни.